Друзья, смотрите, из моих всех вот этих бугенвилей, смотрите, как цветет одна бугенвилия. Вот она решила одна после пересадки вот так вот красиво зацвести. Ну, может быть, это, знаете, и не сильно пышно для некоторых, но для меня это очень даже пышно. Так как вот остальные бугенвилии, видите, все еще сидят и ждут у моря погоды. Что с ними происходит, что не так. И уже такими удобрениями их поливаю, чтобы цвели. Не хотят, ну, может быть, или чувствуют, что зима идет, может быть, весной все переменится. Жду, надеюсь. И еще у меня, в общем, на зиму зацвела альсобия. Я ее сильно очень обрезала, поэтому она очень долго сидела и не росла. И вот осенью она начала, видите, ну, у нее листочки такие немножко пожелтевшие, но зато как красиво она начинает цвести. Видите, два цветочка выпустила и цветет. Молодец, молодец, очухалась. Ну и напоследок покажу вам, как у меня начали цвести, зацветают фиалки. Видите, какая красота. Но я думаю их поотдавать, пораздавать. Вот. Там сзади я одну штучку недавно отдала. Сзади осталось три, видите, три горшочка, которые не цветут. А вот это вот у всех вот такой вот цвет. У всех разные, конечно. Вот это тоже что-то думает. Вообще надо заняться ими. Но я думаю, что я не буду ими заниматься. Я их лучше, наверное, отдам в добрые руки и пускай ими занимаются. А вот такая вот у меня красота сейчас. А еще что хотела показать. Смотрите, у меня начинает, видите, бутончики выпускать рождественник мой. Видите, какие? Очень мало пока еще бутончиков, но я думаю, он уже скоро-скоро зацветет. Это белый у меня. Он очень такой, знаете, красиво цветет и очень часто цветет. Как зацветет, обязательно вам покажу.